Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. И в рубрике «Внутренний офис Биг Дэна» настало время стихийной викторины «Вариант А», где мы знакомимся с нашими телезрителями такими, какие они есть. И рядом со мной две наши очаровательные красноярки, Диана и Виктория. Девчонки, доброе утро! Доброе. Они закончили третий класс, перешли в четвертый. И спрашивают, девчонки, какие планы на лето? Отдыхать и в огород не ногой. Да. И вопрос стихийной викторины будет звучать сегодня так. Девочки, как называется фестиваль уличной еды, который организует медиахолдинг Юнит Медиа и телеканал Афонтово? Вариант А. А. Бульвар. Б. Улица. С. Проспект. А. Вариант А. Правильно. Бульвар называется фестиваль уличной еды, который состоится 25 июня на острове Татышев с 10 утра. И вы получаете школьницы, телезрительницы, часы от телеканала Афонтова. Не знаю, как будете делить, но может быть... Мы друзья, мы соседки. Да. А, друзья-соседки. В подъезде повешаете. Кому, девчонки, будете передавать приветы? Одноклассникам, учителям? Друзьям и всем, кого я знаю. Всему миру. Всему миру? Да. Спасибо большое. Провожаю вас в новый день с вашей очаровательной спутницей. И вам спасибо большое. До свидания. Такая вот веселая, не затейливая викторина. Вариант А в рубрике «Внутренний офис Биг Дэна». Я хочу обратить внимание, что мы сейчас находимся на Копыловском мосту. И пробка, традиционная пробка для понедельника. Но сегодня она немножко такая с пятничным флером. Потому что машины все-таки не 30 км в час двигаются, а по 40, по 50. И все это из-за того, что в начале моста, на съезде, точнее, хочу сказать, к центру, сломалась «Волга», да, автомобилист, мы проезжали сейчас, и вот там весь запыханный, поэтому образовался вот такой вот затор, который и начинается с Кецхавелли и продолжается до съезда с моста. А на этом внутренний офис Биг Дэна, понедельничный вариант, закругляет веселый напор утра и настраивает тебя, дорогой телезритель, на рабочий лад, как вот эти горожане, которые сейчас идут на работу, немножко сонные, немножко в шоке от нашей неземной красоты с Михаилом Ткачуковым, оператором. Но это в очередной раз говорит о том, что мы живем в прекрасном городе, и начиная день с утренним кофе, жить, как говорится, хорошо. И поэтому сейчас я передаю слово олдскульному боевичку Алексею Вербицкому и Юлии Дудниковой. Студия.